Два крупных пожара за одни сутки. Ночью в Переславле на улице Заводской полыхал швейный цех. Пламя полностью охватило крышу здания, перебросилось на стены. На кадрах очевидцев видно, пылающие доски падают со второго этажа и разлетаются на мелкие угли. По сообщению МЧС, никто не пострадал. А вот на улице Строителей на руки медикам передали 92-летнюю женщину. Ей стало плохо во время сильного пожара. Дом пенсионерки вспыхнул моментально. Происшествие случилось в частном секторе. Огонь полностью охватил двухэтажную постройку и перекинулся на соседнюю. Известно, что в доме проживали две семьи. Сейчас пострадавшая старушка под наблюдением врачей. Она госпитализирована. С другими жильцами все в порядке. Они вовремя успели покинуть помещение. Для ликвидации последствий пожара задействованы силы средств пожарно-спасательного гарнизона Ярославской области в количестве 5 единиц техники и 26 человек личного состава. Полная ликвидация пожара объявлена в 13:55. В результате пожара есть пострадавшая женщина 92 лет.